Курганское приветствие для корейских гостей. В спорткомплексе «Турбинка» с показательной программой выступили воспитанники спортивных школ разного возраста. Трое мастеров корейской борьбы тхэквондо будут тренировать наших ребят на протяжении 3 недель. Занятия проведут под руководством советника президента Союза тхэквондо Российской Федерации Цой Менчера. Так как история тхэквондо России и Кургана началась в Курганской школе карате, в которую я как-то принимал участие с моими учениками, то там было женское дзюдо, то мы сделали, что это одна школа, и перед родителями, перед спортсменами, и перед южнокорейскими инструкторами сделали небольшое показательное выступление дзюдоиста. Южнокорейская делегация будет руководствоваться планом, составленного областным спорткомитетом. Как считают корейские гуру, уровень спортивной подготовки тхэквондо, дзюдоистов и каратистов Зауралья достаточно высокий. В начале октября минувшего года азиатские гости обучали детей приемам и отработке ударов руками и ногами в разных стойках. А теперь ребята продемонстрировали умения профессионалам из Южной Кореи.